Давай, моя хорошая, давай, 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 давай. Моя женщина, куда ты? Ты что такая? Ты такая умная? Ой, какая умная. Но я-то умнее. Всем приветики. Рада видеть вас на моем канале Телькоплей. Я Наташа. Мы сегодня с вами пытаемся играть в Гренни 4 опять снова. Сейчас у меня микрофон немножечко куда-то ушел. Вот, я сегодня буду играть на нормальном уровне сложности, но без Носферату, потому что он меня очень сильно бесит. Он прям кончина конченая. Он багуется, он не дает мне ничего сделать, а я хочу взять уже и наконец-таки пройти эту часть, потому что, ну блин, мне интересно посмотреть, хоть как-то убежать уже какая моя попытка-то, блин. А у меня все через одно место. Поэтому мне нужна от вас максимальная поддержка. Ее можно выразить под тем самым лайком поставить. И, собственно... Бляха, ёб твою мать. Привет, ёпта. А чё это ты тут забыла? Я не поняла вообще. А добрый вечер. А чё она тут забыла? Пусто, естественно. Естественно, это что, подлог Ки внезапно, а почему он другого цвета вдруг стал? Почему он стал вдруг не синий, а вот такой? Удивительное. Удивительное чудо чудесное. Да при... Что? Что происходит? Я, по-моему, сломала игру. Потому что вы видели, у меня какой ключ, он не должен быть таким. Ну ладно, пошлите на второй этаж, на Носферату там теперь нету. Вот сразу смотри, сколько проблем ушло. Как только мы избавились от сраного Носферату. Причем я не меняла даже уровень сложности, я просто убрала Носферату. Вон оно как работает. То есть без Носферату у нас не откроется дверь, получается, так? То есть Носферату выполнял, так скажем, своего рода определенную функцию, да? Функцию под названием открытие двери, да? Во, сучка. Дед, не лезь. Не лезь сюда. Ничего себе. А я-то думала. Ну, ни хрена ж себе. Пацаны, здесь никого нет. Вам показалось. Слушай, ну они так вцепились в меня, конечно, мертвой хваткой, что мне стало аж страшно и немножечко не по себе. Блин, ну реально, смотри, как без Носферату сколько проблем прорешилось. Все сразу нормально стало играть. До этого вообще ничего не игралось, понимаешь? Скотиняка. Вообще не давал пожить. Так, это оставляем пока что здесь. Там он у нас лежит, кристалл. Но я не могу сказать, что он нам сейчас как-то сыграет особую погоду, потому что, очевидно, все пойдет через жопу. Угу, спасибо. У меня опять нет никаких предметов. Остается только надеяться, что на улице что-то будет. Что-то, что нам поможет. Может быть, мне стоит сходить в подвал. Может быть, стоит посмотреть, в подвале лежит молоточек. Ну-ка, давайте-ка посмотрим с вами, мои хорошие. Ну, смотри-ка, это что? О, это вот этот вот ключик лежит. Я его едва-едва заметила. Вот видите, как повезло. Блин, ну как будто бы без Носферату скучноватей, но, знаете, в контексте наших прохождений пойдет и без Носферату. Опа, бабуська. А, ну это нечестно. Подожди, подожди, стоять. Чё делать? Чё делать? У меня паника. Чё делать? Чё делать? Ну, трындец. Я надеюсь, что я здесь сейчас спрячусь. Куда-нибудь. И меня дед не тронет. Вроде бы он меня потерял. Сраный говнюк. Но мне вообще не понравилось сейчас. Я почувствовала себя загнанной мышкой. Понимаешь? There you are. What? What? Он просто обернулся! Он просто обернулся! Ты старый пердун!
Ты просто повернулся! Да ты как? Да иди в жопу отсюда! Какого хрена он взял, повернулся? Ни хрена себе! Фокусы какие китайские! Он просто взял и повернулся! Ети же, пассати же, охренеть вообще в Париже, блин! Ты прикались! Нет, ну ты прикались, он взял просто повернулся, как ни в чем не бывало! Охренеть просто! Я херею! Поднасру здесь себе патронами, чтобы их было много. Смотри, сколько у меня патронов теперь. Basement key. А тот, что был, подлог? А, это все разное. А, оно пропало! Бабка! Бедюй сюда! Бабка! Ладно, я пошел. Что? Что? Иди отсюда нахер. Чтоб я тебя тут не видывала. Так, нужно было еще вот в эту вот херню, по-моему, выстрелить, да? I need to shoot it. Так я же выстрелила, в смысле? Я же выстрелила, ты чё? Ты чё втираешь мне какую-то дичь здесь? Дед не идет сюда? I need to shoot it. Ну? Серьезно? Я вас понял. Главное... Да. Да. И это вот так вот и работает, мои хорошие. Ну, вы видели все, в принципе, сами. Своими глазами. Что я стреляла туда, а... Да иди ты отсюда, давай. Куда? Ну и что это за прикол был? Блин, ну это вообще, это не круто. Это ой как не круто, это вообще, это подстава подстав. Кто так вообще? Пошел нахер. Пошел в жопу, пердун вонючий. Кто так вообще делает? Я выстрелила, но оно не сработало. Да я тебе говорю, у меня багованная версия какая-то. Оно вообще не работает. Меня заскамили, девочки. И наверняка в той фигне лежит мой молоточек прекрасный. Я более чем уверена, что он лежит именно там. И ждет меня. Сложа ручки. Но его как будто бы нет. Вокруг дома бесполезно, да, сейчас ходить? Ага. Вот тебе и ага. Вот тебе и ага. Нихуя себе. Ага, говорит, ага. Пошел нахер, дед. Вот иди, правда, в жопу, пожалуйста, я тебя прошу. Просто скройся, иди там до бабки доколупись. До кого угодно, но только не до меня, ну. Может быть, вот здесь что-то лежит, вот в этой вот ванной. Может быть, тут отвертка или то, что мне хотя бы нужно. Так, ну, здесь вот этот штекер. Как бы формально это нужно, это необходимо. Теперь бы его сейчас бы воткнуть без приключений особых. Так, дед пошел в другую сторону, бабка, значит, уже ушла. Ну, я тогда пойду сюда. Я тогда пойду гулять здесь. Погуляла. Погуляла. Да я где-то нахер. Мне просто меня изводят. Ты посмотри, нету Носферату. Но они могут меня довести. Они меня доводят, девочки и мальчики. Доводят прям. Скотобазы. Ладно, ничего, ничего. Ничего, ничего. Я как бы... У меня все получится. Знаете ли, я так просто не сдаюсь. Я возьму за жопу кусь. Да иди-то нахер, дед. Ну ты погляди, ты какой глазастый. Ты где глаза свои-то отрастил-то так, а? Пердунисимо, ванисимо. Ну как так-то? Реально гады. Настоящие просто гады. Ага, конечно, да. Очень сильно хочу с тобой поиграть.
Вот прям вот сплю и вижу, как хочу поиграть с дедом, с его старой сосиской. Угу. Просто дайте мне выжить здесь и все. Хоть разочек убежать. Хоть разочек, ну правда, ну. Диамант. Хорошо. Берем диамант. Сунем его сейчас в подвале. Может быть, нам повезет, и мы там с вами найдем остатки роскоши. Что-то мне подсказывает, что мой прекрасный молоток все-таки лежит в том самом месте под названием... Ну, вы поняли. Просто отстой. Как мне там прострелить, что? Не знаю, остается только верить, что где-нибудь сейчас здесь будет. Пожалуйста, да. Хорошо. Хорошо. У нас появились с вами шансы, ребята. Маленькие, массипусечные, но появились. И посмотрите, эти все проблемы решаются тем, да, я одетая, что нету Носферату. Понимаешь? Нету этого говнаря вонючего. Слушайте, я предлагаю сейчас через улицу открыть там наверху. Ага. Да, да, иди-то отсюда, бага-бага. Ага, ага. Ты погляди, ходят они тут. Я считаю, что когда нет Носферату, им нечем заняться. И они начинают мне доставать. Агрессивные граждане сие помещения. Ой, вкусная водичка. Ты все еще за мной бежишь, что ли, дед? Угомонись, а. Охладите траханье, дед. Все, поднимаемся по лестнице. Я уверена, что в этот раз у меня получится все пройти. Просто как бы надо было выстрадать свое, понимаешь? А потом мы будем делать то же самое, но уже с Носферату. Угу. А то такое ощущение, что как будто бы ничего и нету. Да, у вас тоже есть такой... А, тут отвертка. Слушайте, ну отвертка нам с вами очень даже сейчас пригодится. Повалились. Опа! Сломали ножки! Похрустели, ёпты, кошки. По крайней мере, у нас сейчас с вами что-то да выходит. Я этому безумно рада. Так, подожди. Ты серьезно? Ты ее удерживала? Берем кусачки. Делаем перекуську. Перекукуську. Подожди, а я не поняла. А вон туда же, по-моему, тоже, да, нужен хаммер нам вроде бы, да? Давайте сейчас себе сделаем кружочек, чтобы бегать, если что, от бабуськи. Вот так вот. Хорошо. Великолепненько. Гробик наш прекрасный здесь стоит. Ждет нас. Блин, как же тут вот нельзя, да, сюда пройти? Обидно так вообще, кобздец. Так, давайте попробуем бабку здесь заспавнить с вами. А, она ж не заспавнится. Так, ну, молоток скидываем в ту сторону. Необходимо. Сейчас кусачками возьмем с вами батарею. Я думаю, что сейчас убежим. Надеюсь, что мне хватит всех вот этих вот штук. Блин, ну как же без Носферату-то хорошо. Боже, я прям... А, я уже это сделала. Тогда мне нужно просто вот это. У любви нашей села батарейка. Ой-ой-ой-ой-ой. Батарейка. Бабка за... Куда? О, что вы мне не сказали, что не туда иду? Ёптеть. Я вообще не туда пошла. Вы что мне не сказали об этом? Ёшки-матрёшки. Сейчас бы бабка мне бы это присунула, подсунула бы. Дала бы понюхать беброчку. Блин, с Носферату вот прям пошло дело. Я считаю, проблема была в этом говнюке. Он прям не давал мне жизни. Он не хотел, чтобы я жила, понимаешь? Гад. О! Вот эта штучка, хендл. Она, по-моему, нужна нам в гараж, насколько я помню. Так, батарейку вставили. Берем вот эту вот штучку-дрючку, вонючку. Открываем. Что тут у нас? Ничего, да? Что ж такое? Да что там? Да что? Да что? Да что? Да... Ой-ой-ой. Прям так все стучится.
Так, давайте пока берем вот эту вот штуку, идем открывать подвал. Слушай, я там, по-моему, кого-то немножечко случайно бью чем-то. Какого хрена ты туда пошел? По-моему, эта бабка что-то там забаговала. Ты прям слышишь, она прям что-то стоит там долбит. А вот это вот что за ключ? Padlock key. А, padlock key это от этого. Все, 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 давайте. Несем его обязательно с собой. Слушай, я, по-моему, сломала бабку. Есть у меня такое предчувствие, что она сейчас стоит там и просто не может ничего сделать. Слышишь? Да-да-да. Я знала, что так будет. Давайте мы ее сейчас вот здесь вот закайтим вокруг гильотинки-то. Идешь? Давай, моя хорошая, давай, 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 давай. Моя женщина, куда ты? Ты что такая? Ты такая умная? Ой, какая умная. Но я-то умнее. Че, сложновато, да, без Носферату? Носферату сделал вас обосрату. Что могу сказать? Сразу без Носферату, да, не пошло дельце? Ну, вот так вот. Нам остается найти только ключ от тачки. Так, ну выходим отсюда. Идем в подвал. Я надеюсь, дед оттуда ушел уже. Хотелось бы в это верить. Что дед-то такой? Хитрожопый гад. Хитрая жопа. Этот ваш дед. Он нам не друг. Вообще никогда. Пойду я открою подвальчик. И выиграю в попе я пальчик. Ладно, это уже совсем не то. И это уже немножечко не тот вайб. Так, а получается, мы сейчас сбежим или мы что-то дополнительное откроем? Пойдемте за хендл. Скорее всего, сейчас сюда придет бабка. Поэтому как бы не удивляемся, что скорее всего мы сейчас сдохнем с вами, ребят. Потому что я думаю, что она будет прям здесь. Ну, конечно. Ну, конечно, конечно. Мы знали, что так будет. Мы знали. Давайте попробуем ее закайтить вот здесь, как деда. С дедом же проканала, может быть, с ней тоже сейчас проканает. Как хорошо она сюда не зашла. Она сюда не зашла, ты погляди. Так, ну я надеюсь, она сейчас не обернется. Посмотреть, не обернулась ли я, что посмотреть, не обернулась ли она. Так, ну аккуратненько тогда за ней по писюлечке двигаемся вот так, а то дед у нас умеет резко так оборачиваться, сразу такой типа, а ой, я тебя слышал, мой родной. Аккуратненько, аккуратненько, не спешим, тихонечко, все, вот и все, уходи отсюда, овца вонючка. Забираем хендл и смотрим, что ж мы там в подвале с вами наковыряшкались. Что мы там с вами поковыряли и что мы там с вами открыли? Какой в этом толк? Неужели это выход? Да! То есть это побег. Мы с вами сбежали. Все, Носферату, вот так вот, вот так вот. Не было тебя, ложка. Ну, слушайте, у нас еще осталась с вами машина. Так что в следующей серии уже включим Носферату и попробуем сбежать на машине. Надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте подписываться на каналчик, поддерживать лайком. Скоро увидимся. Пока!